привет, меня зовут Руслана, и сегодня я снимаю видео, что я купила не для своих животных, а для животных из приюта. Денег у меня было ограниченное число, ну вот, где-то рублей 300. Но все равно, вот я купила, что смогла, я дам это. Первое, что я купила, это две вот такие консервы Чаппи. Конечно, знаю, что это не очень хорошее, но мясо я не могла купить, так как мясо сейчас очень дорогое. Потом такие косточки Dente Sticks. Потом паштет с говядиной, вот для маленьких пород. Потом пшено, вот такое шлифованное, премиум. Потом корм KittyCat с курицей в желе. Потом сухой корм Чаппи, тут 600 грамм. И корм KittyCat 350 грамм. Вот такой вот корм. Я купила, конечно, не очень много, видео очень маленькое. Но я могу сейчас показать каждого всего состав. Косточек педигри, состав: злаки, продукты растительного происхождения, мясо и субпродукты, минералы, белковые растительные экстракты, масла, жиры и ароматизатор натуральный куриный. Вот, конечно, состав тоже не самый лучший, но что есть, то есть. Тут, конечно, отсвечивают, но я вам давайте прочитаю состав: мяса и субпродукты, в том числе говядина, минимум 4%, клетчатка, минеральные вещества, растительные масла, витамины. Вот. Тоже состав не самый лучший. Потом Чаппи. Чаппи. Состав: мяса и субпродукты, в том числе говядина, минимум 4%, злаки, витамины, минеральные вещества. Вот. Так, теперь давайте KittyCat. KittyCat здесь. Состав: мяса и субпродукты, в том числе курица, минимум 10%, злаки, таурин, витамины, минеральные вещества. Вот. Так, давайте почитаем корма. Сухие. Состав вот у корма Чаппи: злаки и продукты переработки, мука животного происхождения, в том числе мука говяжья, продукты животного происхождения, жир животное, масло подсолнечное, минеральные вещества, витамины, овощи и продукты их переработки, травы. И еще корм KittyCat. Состав, скорее всего, с этой стороны. Сейчас давайте посмотрим. Состав тут, блин, плохо видно. Злаки, мясо и субпродукты 15%. Так, давай, фокус. Белковые растительные экстракты, жир животный, свекольный жом, растительное масло, вот, и источник омега, овощи, минеральные вещества, витамины, таурин и метионин, вот. Конечно, состав не самый хороший, но еще раз повторюсь, мясо сейчас очень дорогое, и на рынок у меня не было возможности ехать, чтобы там нормально купить. А в таких магазинах, именно в супермаркетах, такого мяса нету, чтобы там в развес, такие куски прям. Так бы я купила. Вот. А купила такую перловку, потому что, ну, перемешивают, как бы консервы, там мясо с этим. Вот. Если это видео, то поставь палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И нас уже почти 250 подписчиков, даже так можно сказать. И надеюсь, вам понравилось. И всем пока-пока.